Вот так я познал дзен. В тишине, спокойствии, глубочайшем понимании и осознавании самого себя. Мне жена говорит, что я страдаю аутизмом. Может быть, она где-то и права, но знаете, то, что я здесь вижу, мне, честно говоря, нравится это все. Нервы, честно говоря, не в порядке, но вот эта вещь успокаивает, узбагаивает. Особенно интересно наблюдать, когда я припаял только первую, вот эту вот, посмотреть, загорится или нет. Но она загорелась, потом начала подмаргивать, и это так. Я думал, ну что, может, работает, не работает, или что происходит вообще. И по мере продвижения сюда, 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 они перемигиваться стали более интересно. И сейчас я его включу. И это мне напомнило немного, когда в Дне независимости эти дебилы придумали с вертолетом. Там всякие огоньки у них моргали, как бы помогая с пришельцами договориться. Так вот здесь вот тоже нечто непонятное. Сейчас. Есть контакт. Вот что происходит. По мере продвижения всего этого дела, интересно наблюдать, что будет дальше. Какая еще серия. Оба. Что это значит? Я сначала подумал, одна не работает, вот это нет, она работает, конечно. Но что он пытается этим сказать, я не знаю. Все еще непонятно совершенно, например. О чем говорит она в странице? Ой, ой, ой. О, это похоже на секундное моргание. Это что такое? Слушайте, ну если она так будет двигаться все время. Нет, такое не надо. Тебя с ума сойдет. Это 5 секунд моргает. Я думаю, это скорее всего какая-то демонстрационная штука. Ничего, скоро узнаем. Половина. Но все равно ничего не понятно. О! Инопланетные какие-то символы. Что это? Что это? Ну что ж, продолжим, продолжим. Потому что половина ничего не дала. Мне лично, я, например, ничего не понимаю. Что это такое? О чем речь? А сейчас небольшая рекламная пауза, ребята. Знаете, честно говоря, спина болит. Уже сил никаких нету
вот это вот все напаивать. Что-то в последний момент мне показалось, что я это все кверх ногами показывал. Еще один ряд закончу, и будет видно. Значит, набор этот с этого, с Бангуда. Там было, что я немножко раздербанил, конечно, этот комплект. Был вот такой мешок, что мы здесь видим, с КУ какой-то тырым-пырым, вот написано white. Это вот я заказывал белый, честно говоря, сам забыл уже какого цвета. Я думал, они разноцветные, можно будет переключать, нет. Судя по вот этому white, переключать, конечно, ничего нельзя. Была там такая штука, она черная, это явно пленка, которая позволяет отделять светодиоды, всякие акриловые пластинки, ну, корпус, судя по всему. Это бумажка, наклейка, я думаю, чисто рассеиватель. Значит, USB-провод, шурупы, всякие электронные фигнюшки, ну, типа транзистора, вот этот, я так понял. Транзистор, изюки, кондеры были вот в таком виде, я уже остальные повыбрасывал. Винты, шурупы, это шарики, которые я покажу позже. Что я с ними делаю? Значит, остальные элементы я уже здесь понавтыкал. Учился, честно говоря. Такие вещи я никогда не паял в своей жизни в таком количестве. Вот, это довольно-таки напрягающий процесс, особенно когда ничего не делали подобного в жизни. И еще вот такая пулеметная лента с этими самыми светодиодами, с белыми. Вот отсюда я их уже понатрывал. Ну, я думаю, завтра я все это закончу. И мы, наконец, разберемся в этих инопланетных символах, что она нам пытается сказать. Чудо враждебной техники. Добавился еще один ряд. И вот теперь мне стало понятно точно, что это должно быть вот так. Потому что до не было понятно, где верх, где низ. Вот смотрите-ка. Теперь что-то вырисовывается более или менее понятно. Время. Температура. 20, я так понял, градусов Цельсия. Секунду. Положим эту бумажку, которая была в комплекте. Опять время. 20 градусов. Вот 21 уже. Ну что ж, видите, из руин древней цивилизации появляются какие-то намеки. Что вот это? Ну что ж, инспектор, мы уже близко, клубок распутывается. Ждите следующей серии. Хочу вот сейчас примерно показать, примерно, потому что через эту камеру особо сильно не видно, как происходит монтаж вот этих поверхностных элементов. В моем районе, так сказать. Значит, я перепробовал много вещей, прежде чем все это начать напаивать. И остановился на чем? Я оказался удачлив, потому что у меня есть вот такие вот шарики. Что здесь написано? 0,6 мм. Это шарики для риболинга. В двух словах, риболинг — это перепайка больших интегральных схем. То есть чипов, которые держатся на печатной плате не на ножках, как вот эти вот все, а на шарах. Там целые шаровые массивы. Поэтому так и называется BGA, BGA. Значит, массив из шаров. Так вот, в чем оказался залог аккуратной пайки? Здесь я экспериментировал, получилось не очень. В чем залог аккуратной пайки? Это в точном дозировании припоя. И в его качестве, конечно. Ну, еще вдобавок, конечно, в качестве флюса, который не позволяет окисляться поверхности и способствует лучшему сцеплению припоя с подложкой и деталью. Значит, что я здесь в процессе освоил? Теперь использую такой флюс. Это, по-моему, стандартный флюс для дешевый, для вот этого самого риболинга. Дальше. Паяльник, жало. Покажу его попозже, поближе, потому что так определить его форму очень даже непросто через эту камеру. Потому что здесь настолько все мелкое, что глаза уже не справляются. Мои, по крайней мере. Приходится использовать вот этот вот копеечный такой усилитель зрения. Но без него, ребята, никак. Мне, по крайней мере. Значит, что делаю? Из вот этого патронташа 15 штук вот этих самых светодиодов вываливаю на стол. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ну и давай наш 15. Сколько же осталось тут, интересно? Должно тоже быть 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, китайцы молодцы, тут есть запас. Запас для того, кто будет тренироваться. Тренироваться тому, кто этого никогда не делал, придется. Придется изрядно. Я, честно говоря, в таком массиве никогда это не паял. Я даже себе не представлял, как это делать. Ну, как видите, стал справляться. Значит, наши светодиоды. Теперь беру какой-нибудь инструмент типа вот такого. Выдавливаю вот этот флюс. Примерно столько. И начинаю размазывать. Сначала я пробовал тонким слоем. Тонким слоем, конечно, хорошо для экономии, но плохо для сцепления. Когда довольно-таки щедро, ну и в том же дело с умом, размазан вот этот флюс, происходит очень все это в быстром времени, то есть сцепление припоя и светодиода. Меньше его надо греть, меньше нервов и времени. Намазал. Теперь беру. Значит, на этом мануале, который предоставляют китайцы, никакого указания, как ориентировать эти светодиоды, не было. Пришлось сильно напрячь глаза, чтобы увидеть, что вот эта вот выемка, стрелка, обращена к овальной части подложки. Вот я их беру, вот так расставляю. Рядом у меня пофыркивает паяльник. Это дешевая паяльная станция китайская. Называется Када. Я ее много лет назад купил. Сейчас они, в принципе, совсем не изменились. Када 852D+. В чем плюс заключается, я не знаю. Но со своими задачами она справляется. Поначалу я пробовал даже при помощи этой паяльной станции. Думал, ну, фен есть же. Пробовал также расположить элементы и прогревать. Но так как у меня нет подогреваемого стола, чтобы грело это все снизу, время затрачивается довольно-таки большое. Ну, хотя бы хоть какой-то прогрев. Начинают детали жариться, это не дело. Ну вот, я это затея бросил, думаю, да ну нафиг все это. Сейчас спалю эти бедные резисторы, поплывут их параметры. Я стал упражняться на этой части. Вот, со светодиодами, конечно, уже было полегче. Но все равно первые ряды я приноравливался. Как быстро такое количество паять. По сравнению, конечно, с китайскими работницами, которые я видел на фабриках, перепаивают какие-нибудь чипы памяти. Я, конечно, сущий сопляк. Там они реально как роботы. И счастлив человек. А здесь, для моих квартирных условий, этого темпа мне вполне достаточно. Познал дзен в полной его мере. Сидишь, думаешь о чем-то, замечаешь о том, что вот эти вот шарики этого припоя почему-то собираются всегда в группы, в какие-то, думать начинаешь о строении Вселенной, мира. Как бы ты их ни расталкивал, они вроде не магнитные, но они раз, собираются в скоплении. Значит так, вот за этой вот слаботрепкой выставил светодиоды. Не совсем ровно, потому что равнота особо сейчас не нужна. Теперь я буду все равно выравнивать пальцами. Беру паяльник. Разогрет он у меня на этой станции 270 градусов, но жало получается... Ну-ка, сколько оно, интересно, получается температурой. Жало получается... Показывает 24 градуса у меня в помещении. Жало само... Жало... 200... Сейчас у него еще есть контактная площадь, но она не просто острая. Вот примерно... Грубо говоря... 250, пускай 250, так что вот эта када, паяльная станция, особо не врет. Значит, 270 градусов я на ней выставил, этого вполне достаточно. Теперь мне нужен палец указательный левой руки. Я его беру, прижимаю мой первый диод и припаиваю, даже не припаиваю, прогреваю площадку. Все, он закреплен. Вот тогда, когда мне использую палец, тогда я их и выравниваю. Есть контакт. Занимает, наверное, это где-то около 2 секунд. Там глазами сразу же видно. Палец работает, глаза помогают. Глазами сразу видно, когда оно заходит под ногу, залазит на саму ногу. Не она, а он, наверное, да, припой. Этот шарик. И все. Одного шарика достаточно, чтобы закрепить этих ребят желтых в одном положении правильно. И вот примерно у меня, даже не знаю, вот смотрите, сколько у меня затрачивать на один ряд. Времени я трачу. Не так много, я бы сказал. Состязаться еще раз говорю, с китайцами мне, с монтажниками, мне с руки. А, черт. Ну, здесь это скорости вполне достаточно. Следующий пошел. Она оторвала руку. Вот это не идет.
Все. Закрепили. Теперь беру шарики. Раз. Есть. 21. Как надо же, в этих часах есть еще и градусник. Я только не пойму, почему так много, у этих светодиодов. Это я, честно говоря, не понимаю. Я сначала думал, что они разноцветные, можно как-то через меню этих часов цвета переключать. А потом я вспомнил, я уже забыл, я их давно купил, что при покупке этот Banggood спрашивает, какой цвет тебе надо экрана. Я ему указал белый, потому что синий я, честно говоря, не переношу. Я вообще не понимаю тех, кто суют синие светодиоды куда только можно. Это невозможно следить. Вернее, не следить для глаза, мне просто вырви глаз эти синие. Красный, у них не красный, какой-то черти какой, в темноте здорово, конечно, смотрится оранжевый, но у них был, значит, синий, вот этот красный, белый, я не помню, может быть и зеленый был, но все какие-то они вырвиглазные. Так, одна нога запаяна, одна нога есть, сейчас уже будет в полной более-менее мере видно, что же показывает нам этот экран, потому что когда я начал паять только первые ряды, это было очень загадочное перемиргивание, перемаргивание, и какие-то странные символы инопланетные, что по мере увеличения. До половины напаял, все равно не понимал. Все равно не понимал, что это такое. Потом я, когда после этого ряда сообразил, что я кверх ногами, когда за все это смотрю. Ну вот теперь должно быть уже что-то ясно. Поехали паять дальше. Опять шары. Шары. Теперь просто, когда они уже закреплены, касаниями. О, закреплены. Один-то я забыл. Пропустил. Вот видите как. Пропустил. Ну давайте сюда. Все нормально. Шары. Шары скапливаются, да, это интересно. Может быть, это из-за неровности вот этой салфетки, которая у меня здесь на столе. Но они скатываются друг к другу, их приходится реально разгребать. Итак. А ты что ж ты за один улетел? Хочу его достать. Это не страшно. И вот примерно в таком вот разрезе. Сейчас, если вы подождете еще, даже не знаю, пару минут или сколько, или около того, сейчас посмотрим, что нам дал этот ряд в постижении загадочных посланий. Это оно не припаялось у меня. Да, руки трясутся, уже не молот. Далеко, глаза не видят. Почему же ты не держишься? Почему-то оно не держится. Не понимаю. Так, нагрел. Ну вот, примерно закрепилось. Надо еще подцепить из этого шарового скопления одну штучку. Давай, иди сюда. Есть. Есть. Ну, по-моему, одна часть никак не... Вот это вот. Не хочет. О, прекрасно. Значит, на чем я остановился? На шаровом скоплении. Значит, на шаровом скоплении. Шаровое скопление нам тут особо ничего не дает в познании этого мира. Но в процессе пайки этого всего дела задумался об этом скоплении, о скоплении вообще звездной и всего того, что происходит там, где-то за гранью нашего понимания и постижения. Это ж какие силы должны ворочать всеми этими звездными скоплениями и всем прочим. Это же какие массы и какое... Я даже не знаю, как это все назвать. Это гигантские массивы материи. Вот я сейчас пальцем провел, раздербанил их, ну, и дальше можно в путь. А там... Это, наверное, все равно, что живет какой-нибудь клоп в озере. И если бы он начал задумываться о строении своего мира, который окружает его, ну, допустим, какая-нибудь коряга для него показалась бы, ну, просто, я даже не знаю, ну, непреодолимой какой-то преградой. Дальше своего озера он может только предполагать, что же находится там, над, если он еще догадается, что есть все-таки у озера поверхность. Над поверхностью. Что происходит вокруг него? И внезапно кто-то заходит по колено туда. Ёлки-палки, он тогда будет поражаться, наверное, тоже той силе, которая заставляет эти все неприкасаемые, недостижимые ни для рук, ни для разума вещи, как эти вокруг него камни, коряги, ил, баламутятся с такой силой, что и он не может осознать, что же это такое, что же это вообще вокруг него происходит, это какое необыкновенное гигантское силище явление должно вот так вот суметь
все это вокруг него мироздание завертеть. И так же и для меня, наверное, если я начинаю задумываться о том, об этих маленьких шариках, почему они слепаются, их пробовал магнитами, они не магнитятся. Либо кривизна пространства вот этого, то, что я называю салфеткой, заставляет их собираться в эти скопления. Непонятно. Так же и в нашем мире. Что заставляет эти огромные, невообразимые объемы материи собираться вот в кучи, это я не понимаю. Вот видите, какие мысли приходят, когда сидишь и напаиваешь вот это вот. Это заставляет думать о вечном. Да, рука устает у меня, конечно, сидеть в напряжении. Есть другой паяльник, но там нет такого тонкого жала. Может быть, тот был удобнее держать, он намного легче. Легче и меньше. Сейчас покажу. Все. О, одну пропустил. Потом, да, нужно глазом просмотреть. Так, здесь плоховато зашло. Сейчас добавим огня. Так. Ну что, прошелся по всем ногам этого ряда. Другой паяльник у меня вот. Уже, наверное, наслышанный о таком, честно говоря, да, маленькое такое чудо. Вот это я для удобства сюда. Запитываю я 24 вольт его. И довольно-таки маломощный блок питания. Думал, блок питания капут настанет. Сейчас покажу. Вот. Он 24 вольта, 1 ампер. Нет, все справляется, разогревается буквально за пару-тройку секунд. Но у меня нет для него такого хирургического жала. Теперь поехал вот этот ряд. Значит, так, шары. Наше скопление опять баламутит невиданной силы по нашему пространству. И поехали. Поехали. Да, вот они подмаргивают иногда, когда я касаюсь их паяльником. Значит, там было написано «используйте». Ну, вообще-то правильно, да, для всяких таких тонких мелкосхем надо использовать заземленное оборудование, всякие браслеты антистатические и все такое прочее. Но у меня этого ничего нет. Поэтому, когда они пару раз взморгнули, я стал их паять, я думаю, ё-моё, неужели там что-то... Нет, ничего не сгорает при этом, но они подмаргивают. Когда прикасаюсь к паяльникам, для меня вот это, например, загадка не меньше, чем для того же озерного клопа. Так как я не силен во всяких науках, почему оно моргает, я не знаю. Так, вот он, видите, идет процесс. Этот ряд уже почти готов. Подмаргивает. Вот я попробую приблизить сейчас. Что будет, интересно. Где-то это надо поймать сейчас в кадр. Тут у меня так приходится выворачивать шею, чтобы это все найти. Где же? Сейчас. Вот. Примерно так, да, надо держать. Сейчас я вам попробую показать, что происходит с ними. Так, поехали. Ну-ка, давайте еще раз поближе. Ага, предел аппаратуры. Есть. Еще один шар. Счастье. Вот так. И еще. Это получается чуть подольше, потому что мне нужно ловить все это в кадр. Вот так есть. Давайте я отдалю все-таки, потому что это несколько напрягающе. Все, сейчас закончим и посмотрим, что даст нам этот ряд. 4. 3. 2. 1. Пуск. Зажигание. Так, что на? Есть отрыв. Это получается кверх ногами. Это плюс.
все равно с трудом понять, но вот это время я понимаю, 0,0, 0,01. 26 градусов Цельсия. Время. Наверное, как-то это... О, это суббота. Все, я теперь понял, что это суббота. Хэппи что? Ну что ж, хэппи что? Поймем в следующей серии. Буквально осталось ждать недолго. Итак, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые. Значит, что вот получилось? Получились вот такие вот часы. Теперь все понятно. Никаких загадочных инопланетных символов, никаких посланий от всяческих далеких цивилизаций. Это просто-напросто часы. Раньше я их смотрел вот так. 61-81 тоже неплохо. О, уже 02-81. Круто. Значит, давайте я вам покажу, что получилось вообще с самого начала при включении, что они вытворяли. Время сейчас собьется. Давайте их перезапустим. Я их, честно говоря, не перезапускал. Уже, наверное, они у меня идут неделю после сборки. Поехали. Включается вот такая вот... Ага, демо никакой не включается. Включается сразу время. Они запомнили то, что я им сказал при установке. Отдельно я хочу сказать об установке. Инженерами предусмотрены вот такие вот контактные площадки для установки времени и прочих параметров. Значит, ну что сказать, по идее вот это меню. Только теперь слышите, что идет такая своеобразная азбука Морзе. Ничего не меняется. Я думал, да что это такое? Полез, посмотрел описание. Очень скудное, кстати. И из него я понял, что я эдакий косоглазый поставил не того номинала резистор. Один, кстати, в комплекте шли почему-то лишние резисторы. Я думаю, зачем? Но вообще потом я понял, эти контактные сенсорные площадки, что-то там с сопротивлением происходит, и оно влияет на чувствительность. Ну, думаю, я, конечно, пень. Перепаял, даже не глядя, опять собрал вот это все барахло, и оно не работает. Думаю, да как же это так? А потом, когда опять разобрал, как сейчас я делаю, раскрутил, без вот этого экрана, без вот этого корпуса акрилового, все прекрасно работает. Короче, что-то они там намудрили, так что сами, наверное, не знают. У меня нет ни времени, ни сил разбираться, какие там, какого номинала резисторы должны быть и так далее. Так что, если кто сообразит, что с ними делать, как вместе вот с этой акриловой крышкой заставить это все работать, пожалуйста, отпишитесь. Вот эти вот резисторы здесь с маркировкой 105 и 103, если я не ошибаюсь. Вот я вместо, например, 103 напаял 105. А в инструкции было, да, вот у меня 2 105 и 3 103. Вот у меня было 3 105. Я подумал, что дело в этом. Дело оказалось совсем не в этом. Да, резисторы напаяны нормально. Я еще раз смотрю через увеличительное стекло. Короче, все в порядке. Батарейку я так еще не нашел. Давайте тогда вам покажу, что они могут. Они, я так понял, запомнили уже выбор, который я им предлагал. Пока я напаивал все эти светодиоды, они перемигивались всякими вещами, тем, что они могут. Могут они показывать время, могут они показывать пленку, я это еще пока не содрал, могут они показывать температуру, день, недели, число и поздравляют с днем рождения. Вот. Короче, при таком экране, почему они не сделали, например, часть время, часть температура, или часть время, часть число, день недели, я не понимаю. Короче, когда я увидел, что в итоге они переключаются время, температура, число и вот так далее, меня это, честно говоря, раздражает. Поэтому я оставил только время. 1 минута я уже проговорил. Вот теперь все нормально, видите, работает меню. Подержал. Time, время, окей. Дата. Будильник еще я забыл. Это шрифт можно убирать. Это дисплей. Это средняя точка. То, что показывает секунды. Наверное, это middle point, midpoint какой-нибудь. Формат времени, наверное. Вот он день рождения. А это яркость экрана. Значит, поехали. Время. Ничего сложного. Время ставится. Давайте поставим, сколько здесь сейчас получается. Примерно 18:20, наверное, 7. Давайте сделаем. Вот я держу. Ничего не происходит. Надо вот так вот, по вот этой верхней. 26, 27. Хорошо. Что такое 47?
еще раз. Время. Ну хорошо, дата. Что такое 20? Наверное, это год. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. А, 2017, это 20, это, а вот теперь месяц, апрель, число, у нас 19-е. 19-е. Еще раз, время. Время 18. 28. А, это секунды? Ну, вообще. Значит так, 18, 28. Поехали. Да что такое? Вот время, теперь число 2017, 4, 19. Прекрасно. Поехали еще раз. Время, дата. Будильник я не ставлю. Шрифт. Какой у него есть шрифты? Такой, 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 такой. Может быть, вот такой давайте оставим. Вот запомнил. Хорошо. Еще раз. Опять это. Шрифт был, теперь дисплей. Тип 5. Вот тип 1 теперь, смотрите, что получается. Тип 1. Сейчас он начнет переключать все это. Прекрасно. 20-30. И вот так вот оно работает. Чтобы посмотреть время, это нужно стоять перед ними, вперевшись, и ждать. Да, среда, все правильно. А теперь, вот теперь наконец-таки время. Нет, это не пойдет. Так, тип 2. Пожалуйста, смотрим. Тоже красиво, но бестолково. Я чуть приближу. О-о-о. Что ты мне? Вот, вот оно. Ну, без задней акриловой крышки это все намного веселее настраивать. Третий вариант, что у нас. Так, теперь вот так вот. Не спадает все. Но опять-таки, чтобы мельком проходишь по комнате, взглянуть на часы, вот стоишь и ждешь, как истукан, пока все это вот так вот проворочается. Вот, поэтому я как-нибудь потом, когда будет время, силы, хочу разобраться, потому что вот эта вся матрица контролируется микросхемой, и можно что-нибудь свое придумать. Вот четвертый, давайте посмотрим, что может четвертый. Если у кого какие есть идеи на этот счет, как использовать эту матрицу, в других мирных целях тоже отпишитесь, пожалуйста. Значит, вот четвертый вариант. Ну, четвертый вариант, он как-то 23. Все равно. Скорость изменения такая же. Не надо мне ваше время. Так. И вот я остановился на пятом. Все. Значит, на пятом я остановился. Значит, день рождения, яркость и так далее. Вот, спасибо за внимание. Вот такое вот изделие с Бангуда. Заняло у меня это пару дней. Все это собрать, спаять и ощутить какие-то великие в себе силы и начинания. Так что, если у кого есть на то свободное время, пожалуйста, присоединяйтесь. Это недорого. Как конструкция выходного дня, так сказать, это вполне пойдет. Счастливо всем, удачи и здоровья.